Многодетная семья из Голицына принимает поздравления и не может скрыть радостных эмоций. Сергей Александрович, от имени главы, от себя лично хочу вас поздравить с хорошим подарком. Семья Харченко большая и дружная. Супруги Сергея и Екатерина воспитывают 5 дочек и 1 сына. В квартире они нуждались давно. Зимой этого года обращались к главе Одинцовского района по вопросу улучшения жилищных условий и были услышаны. Всего вам доброго, в час добрый. Оказывается, в этом году ребеночек родился у нас. Поэтому вот талисман, как маленькую у нас девочку зовут? Вот Елизавета всем принесла успех и удачу. Поэтому счастье в этом доме. Предоставлению квартир многодетным в Одинцовском районе уделяется особое внимание. Например, успешно реализуется федеральный проект партии «Единая Россия. Крепкая семья». В течение первого полугодия жилье было предоставлено 3 многодетным семьям. Всего на учете нуждающихся по Одинцовскому району состоит порядка 40 многодетных семей. Семей, которые имеют 5 и более несовершеннолетних детей, у нас в районе 6. Вот одна из них – семья Харченко. Причем это единственная семья, где 6 несовершеннолетних детей. Раньше многодетная семья Харченко проживала в деревянном двухэтажном бараке 1927 года постройки. Приходилось ютиться в маленьких темных комнатах. В таких непростых условиях растить детей было трудно. Те условия, в которых у нас продолжалась жизнь, было невыносимо. Ни воды, ни канализации, кроме отопления и электричества. То есть все пришлось там делать своими руками, обустраивать. Но, как понимаете, площадь она не позволяла нам полноценно жить. У детей даже не было места для учебных занятий. Но теперь все это в прошлом. Сегодня Сергей, Екатерина и их дети решают, как обустроить квартиру. Мы с папой согласовали уже план. Тут будет шкаф стоять, тут будет диван, который там стоит, и тут будет стол. Ремонт квартиры сделали за счет района, а общественники вызвались помочь семье Харченко с мебелью. Мы сейчас постараемся максимально мебелизировать эту квартиру. Нами уже выделено кресло-кровать, диван, 2 компьютерных столика для детей, холодильник. Просторная 4-комнатная квартира общей площадью 102 квадратных метра выделена семье из фонда муниципалитета. Она расположена на 2-м этаже жилого комплекса «Князь Голицын» в центре города. Вокруг вся необходимая инфраструктура и в пешей доступности железнодорожная станция. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».